Эфирчики. Сегодня, наверное, будет недолгий эфир совсем, потому что на зарядке 6%. Но на какое-то время этого хватит. Вот. Чё, кого, привет. Почувствовали весну? Наконец-то. Привет. Пенза, привет. Привет. Слушай, ну чувствуется такое легкое пробуждение, если честно. Такое весеннее легкое пробуждение от сильной зимней спячки. Ну, я так как-то это почувствовал, не знаю. Как медведь, знаете, который этот лапу сосет, ну, в прямом смысле, всю зиму. Вот, а потом выходит и такой, можно походу пройтись. Ну, или как там медведь разговаривает? Да. Так. Слушайте, и дом 2. Не знаю, это такой сложный вопрос. Я вообще, чтобы вы понимали, в своей жизни ненавидел две вещи. Ну, типа, искренне, по-настоящему не любил. Это телеканал ТНТ. И проект Дом 2. Я не видел ни одного выпуска вообще до своего попадания туда. Ну, то есть какая-то нарезка там где-то летала с этим, с Должанским. Ну, все, типа, херня какая-то вообще, чё к чему. Вот. И все. И там, ну, и Венцеслава, понятно, там все смеялись с него. Вот. Это смешной парень был такой. Вот. И, короче, а я все время приходил к подругам, к каким-то друзьям. И такой, смотрю, блин, все смотрят, блин. Что за херня вообще, чего вы смотрите? Особенно девочки, типа, в какой-то момент они прям смотрели. Вот, всех там знали, что-то пытались мне что-то рассказать. Я говорю, да вы что вообще рассказываете? Что за херня? Я все время приходил, там, если мы общались, выключал телек сразу и все, и продолжал. Там, вот. И потом в Москву приехал как-то к своему другу. И он тоже чик раз включает. Я говорю, что ты включаешь? Говорит, да я так уже привык, типа, как-то кто-то там живет с нами и все. Я такой, вы серьезно? Все прям так смотрят? Он такой, ну да, говорит, там на севере еще где-то. Ну, отлично. Вот. А не любил еще телеканал ТНТ очень сильно, потому что там, типа, этот юмор, который они там несут. Привет. Ну, в камеди этот клэп. Вот, он как бы, ну, короче, не юмор для меня. Это полная какая-то херня, просто льется в уши. Вот. Там вначале еще когда-то что-то там было похожее на юмор. Там когда Галыгин был там или еще что-то. Наверное, да. Вот в этот момент еще там было похоже, что на юмор такое интересное, можно было смотреть. А сейчас это превратилось в какой-то хуже кривого зеркала, мне кажется. Мне кажется, сейчас включишь типа кривое зеркало, ты думаешь, о, прикольно, деды развлекаются. Вот. А это какая-то херня, типа мужики-миллионеры, которые из себя выдавливают шутки, потому что так надо. Ну, пиздец, короче, полный. Ну, типа, это так прям читается сразу же. И что бы они ни сказали, ну, как мне кажется. Вот, и получается, я ненавидел Дом 2, ну, искренне, ну, как-то отвращение, вот, к нему было. И я даже когда был на, ну, когда я свадьбу вел, я чаще всего там шутил, типа, кто смотрит Дом 2?
все такие чик. Никто, ну, типа, не поднимает. Я говорю, ну, молодцы, говорю. Значит, в зале есть крещеные. Ну, что-то такое. Такая была шутка у меня. Вот. На свадьбе, типа, или там, проверим ваш интеллект. Ну, такое. Так шутил. И судьба, злодейка, сыграла со мной очень злую шутку. Очень долго я сопротивлялся и говорил, нет. Вот. И сыграла злую шутку, и я попал туда. Типа, прям на ТНТ, прям на Дом 2. И думаю, ну это пиздец. Артём, приехали, приплыли и все такое. Так вот, на вопрос. Будешь ли ты еще на Доме 2? Я не могу ответить никаким образом. Потому что я искренне надеялся и верил, что ну, это как-то в моей жизни обойдет меня стороной. Вот. А оказалось по-другому. Вот. Не знаю, что у них там сейчас происходит, честно. Ну, для меня вообще все это понятно, что было и произошло. А что пытаются там они сделать, ну, ты не сможешь слепить, да? Без актеров театр не работает, да? Так и здесь, типа, без определенных людей конструктор не сложишь. Обратно разобрав его. Так что фиг знает. Вот. Слушайте, ну, закат, короче. Дошли сейчас, посмотрю, хватило. Вот так. Вот так. Это все выглядит. Закатики. Все. Такой эфир, потому что у меня батарея уже садится. Всем пока. Эфирчик. Оставлю. В ленте.